Это мощное сооружение как бы провозглашает: теперь мы на вершине горы, и так будет впредь. Благословенная земля, где история в каждом камне, где утонченные вкусы традиции царят над хаосом современности. Глядя на этот потолок, я чуть ли не впадаю в некий транс. Это почти сон. Как это прекрасно. Именно этого добивались строители. Сделать все похожим на сон. Чтобы не верилось, что это явь. Тысячелетняя история самого могущественного острова на Земле. Как строилась Британия. Премьера 4 февраля на русском историческом канале 365 дней ТВ.